Выполнение губернаторских программ по благоустройству, дорожные, строительные и многие другие виды работ, проводимые в муниципалитете под пристальным наблюдением контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа. По словам Елены Егоровой, сотрудники тщательно отслеживают расходование муниципальных средств. Наша деятельность регламентирована законодательством. И единственный закон, который говорит о особенностях нашей работы, об особенностях организации нашей контрольной деятельности, это 6-й федеральный закон, который регламентирует деятельность контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований. Сейчас в контрольно-счетной палате работают 9 человек. В должностные обязанности Ольги Иванковой входит координация деятельности сотрудников при проведении контрольных мероприятий и экспертно-аналитических. Выезжаем на объекты, делаем выводы, соответственно, при личном, скажем так, контакте с руководителем объектов контроля. На дороге мы также выезжаем, то есть все то, что нужно посмотреть, обязательно смотрим, а уже фиксация на бумаге происходит, естественно, на рабочих местах. Главное качество работника этой непростой структуры, как рассказала Елена Егорова, это обучаемость. Нет такого вуза, такого учреждения образовательного, которое бы учит нашей профессии. Конечно, нет профессии очень собирательной. Элеонора Чернышова, заместитель начальника отдела контрольной и экспертно-аналитической деятельности, работает с основания организации. Рассказывает, что все проводимые мероприятия довольно интересные, и в ходе каждой инспекции узнаешь много новой информации. Мы на договорной основе привлекаем экспертов, то есть, допустим, какие-то экспертизы каких-то строительных работ, когда делаем керны на дорогах. Вот, также вот эти эксперты отдают материалы в лаборатории и нам готовят отчет. 29 марта исполняется ровно 10 лет со дня образования контрольно-счетной палаты муниципалитета. Дата для нас действительно важная, поскольку контрольно-счетная палата – это всегда глубокое погружение в вопрос. Это рабочие будни. Свой профессиональный праздник сотрудники контрольно-счетной палаты встретили на рабочих местах. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.